Было как такое время, когда у меня было 6 автомобилей. Представляете, почти неделька. Еще бы одна машина, и было бы как в этой в считалочке. Вот. На каждый день недели можно было покататься на новом автомобильчике. Но тут взялся кризис, и мне одну машину пришлось отдать. Вторую машину я продал, третью тоже продал, и осталось немного машин, кстати. Вот. И мало того, кое-какие машины мне приходится продать, потому что у меня есть болячка нехорошая. А эту хорошую болячку надо лечить большим количеством денег. Вот с вопросом денег это сложно, поэтому будем искать. Вот. То есть, представляете, да? Если бы не было машин, мне бы просто наступило бы нехорошо. Вот. Но если есть машины и не облагаемые кредитом, то есть такая возможность. Положить их здесь, в кредитном потребительском кооперативе, Grand Capital Credit, взять денежки, раскрутиться, забрать машинку и потом уже получать максимальное удовольствие от пользования чужими деньгами. Да нет у меня желания наблюдать, как в городе М все закончится. Да есть и у вас желание иметь треху, хату и машину. Да вы понимаете, что работая на комбинате, вы все это получите в районе 40, если будете плотно работать. Ну а для тех, кто хочет раньше, то... Да вы понимаете, что родственники из тех, у кого было много, не у вас. Да и в южных дачах вам как-то не место. Но есть ведь место круче и дешевле, и места-то понадежнее. И вот вы, кляня всех и вся, организуете собственный бизнес. Кстати, для вас. Местов для бизнеса хоть отбавляй. И вы не будете морозить простату, как это делалось нами. И вам не придется лазить за деньгами, как пришлось нам же. И для раскрутки любого бизнеса суммы в 150 тысяч рублей да за глаза. И место, где их взять-то, есть. Итак, все-таки займы, и так все-таки у вас. Потому что я проехал по большому количеству банков. Говорю, дайте. А они мне говорят, а вот это, а и нету. А вдруг у меня, допустим, есть недвижимость, а вдруг у меня, допустим, есть транспорт. Могу ли я у вас получить займы? Конечно, займы мы выдаем также под залог недвижимости, как вы сказали, либо под залог автомобиля. То есть процентная ставка у нас 5%, 18 месяцев максимальный срок кредитования. То есть за 18 месяцев я могу спокойненько организовать нормальный свой бизнес и рассчитаться и с вами в том числе? Да, да. Теперь совсем просто и поверьте мне. Любой бизнес магнитки – это практически сидение на диване. Причем бизнес любой. Да и вам все привезут. Да и для того, чтобы оформить тополки той суммы, что дает кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit, более чем предостаточно. Да вы просто посмотрите. Ну 100 тысяч в товаре, и этого более чем. Компы-то тоже далеко не дороги. А если брать, то БУ и совсем. И это я про самый навороченный товар. Спокойно развивать любой туристический бизнес, имея нас в запасе, это тоже просто. Вообще недорого. Блин, да нет у нас мест для тусы. И опять же к нам поможем и раскрутим. Машины без запчастей-то ломаются. И что, сложно, имея интернет, вести-то запчасти? А имея навык английского, я вам про структуру бизнеса о стройке рассказывать не буду. Но готов у нас человек российский платить под сотку в понятии каждого товара. Так и пусть платит. И я бы вам мог еще неоднократно мозг-то выносить, но вы-то поняли, что мозги-то у вас есть, а есть и место применения, а? Вот кто бы еще мог подумать о том, что господин Челейкин Алексей, с небес сошедший на вашу доблестную душу, вот, сошел не с небес, а также его также родили, как и нормального человека. Также этот человек заработал в должности оператора Челябинской государственной телерадиокомпании свою первую квартиру, потом сделал ремонт, потом в должности оператора Челябинской государственной телерадиокомпании купил себе трехкомнатную квартиру, а уже потом, находясь в другом состоянии, сделал и там тоже ремонт. Ну, таких людей у вас много? А если нет? А если вам как-то случилось получить квартирку и
Вы ничего для этого не сделали, собственно говоря. Ну, это родителей досталось там. Может быть, вам еще и подарили ее. Вот. И вдруг внезапно вы поняли, что, может быть, каким-то образом закрутить свой собственный бизнес. А куда квартирку-то пристроить можно? Ну, не пристроить, а на некоторое время взять кредит здесь, в кредитном потребительском кооперативе Grand Capital Credit, который располагается здесь, на Труда 21. Вы просто берете свою квартирку, на некоторое время ее здесь пишете, получаете денежки, и через некоторое время вы в полном расцвете собственных сил, отдав денежки за свою квартирку, делаете нормальный бизнес. Чем ли это не прибыль?